Комиссия. Сегодня комиссия по развитию благотворительности и добровольчества Общественной палаты собирала круглый стол экспертов для обсуждения важной проблемы, а именно, как регулируется законодательно у нас в стране сегодня добровольческая и волонтерская деятельность. В силу того, что это область, которая очень активно развивается в последние годы, то в нашем законодательстве появилось несколько норм, которые по-разному трактуют, что это за деятельность, кто может ее осуществлять. И надо сказать, что эти нормы не очень согласуются между собой и вносят серьезную неразбериху в понимание, таким образом не содействуют развитию, по сути, добровольчества и волонтерства. Эксперты комиссии по благотворительности считают важным собрать максимально корректным образом все те противоречия и лакуны в законодательстве, описать их и представить это заинтересованным министерствам, ведомствам и президенту Российской Федерации как предложение по совершенствованию законодательства в этой области. Я надеюсь, что наша экспертная работа, которая сегодня началась таким образом, продвинет нас в решении этой проблемы.